И корейцы. Ну что это такое-то? А, так это не фулка. Да? Не. Там какой-то один кореец и весьма странные личности. Какой-то таец вижу. А, кореец вообще один вроде бы, да? Давайте корейцы забьем всей нашей бандой. Давайте ему отомстим. Чисто по нему работать, чтобы он вообще просто офигел, пошел потом и пожаловался своим. Меня избил Киберсоник там за своим взводом. Это шутка, конечно. Так, я думаю, надо сюда пойти. Поближе будет. Ой-ой-ой, больно будет сейчас. Роман пошел чем-то крошить всех. А че бы не захватить маячок? Так, Вася, Вася, ты стрим смотришь? Пошли захватывать, кто еще здесь есть? О, Роман вернулся. У меня бусты не работают, лич стал как улитка, такой медленный. О, Фалконский, снял щит, молодец. Вообще просто красавчик, так и надо делать. Когда кругом враги, снимаешь щит, лишаешься сопротивления урона и бегаешь. Молодец. Ну где кореец? Я хочу корейца побить. Кореец, твои собратья достали уже. А вон кореец, вижу. Че, он маяк даже не перекрасил? А, маяк тупит, беленький. Арес, я здесь. Угу. Ух ты, блин. Все, не могу по корейцу пострелять. Так хочется, если честно. Руки чешутся. Кореец, ну ты где, кореец? Вот он, вот он. На личинке бегает, а? Ну, кореец, ну подожди, а? Я даже робота поменяю, чтобы тебя грохнуть. Вот он, кореец. О, кайфушки, я отомстил. Так, кореец. Я по тебе работаю, кореец. Ничего личного, просто ваша банда достала уже. Весь стрим наш мучает и мучает. А-а-а, кайфушки. Еще раз мочканул его. Так, все. Высохли пареньки. За маяком побежал. Кореец опять. Кто его мочканет? Можно я? А-а-а, вообще кайфушки, а! Три раза его грохнул. Ну все, я стримом довольный. Нас корейцы три раза или сколько обижали. Ну и я корейца тоже. Столько же. В отместку. Отлично. Отличненько. Ой, блин, головой бахаюсь. Ну давай, 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 как-нибудь пролети здесь. О, пролетел. Угу. Ну все. Да, весело. У нас на клане Матерця прям обучающая игра, добавить школьную программу. Ну-ка, корейца посмотреть. Настоящий кореец? Настоящий кореец. Перекачанный. Два лича, два белого дракона и фантом. Ну, у меня такой же будет ангар. Ну, вот у него Редима и Глори стоит. А у меня будут бюджетные Эвенджеры. У него Игнайтеры, а у меня будут Шторма тоже бюджетные.